В период с 12 по 16 сентября в нашем городе проходил 15-й международный фестиваль театра кукол «Рязанские смотрины». Это один из самых престижных и ярких театральных фестивалей, который традиционно проходит на Рязанской земле раз в два года. Огромное вам спасибо от всех нас, от рязанцев, от тех, кто были в этих полных залах, залах счастливых. Залах счастливых благодаря вам. Вообще, прошло 14 фестивалей до этого праздника, и мы считали, что на наших фестивалях было уже все, ничего подобного. Вы так раздвинули границы жанра, что вообще уводите нас в бесконечность. Сегодня состоялась официальная церемония закрытия смотрин. Российские и зарубежные артисты подводят итоги фестиваля. Они поделились впечатлениями о зрителе и о городе, рассказали о том, что нового им удалось узнать и, возможно, почерпнуть для себя. И, конечно, получили памятные награды. Даже во время церемонии закрытия артисты не удержались и устроили настоящее шоу. Всего 15 театров приняли участие в 15-х по счету рязанских смотринах. Это, по мнению организаторов, символично. Программа прошедшего фестиваля отличалась разнообразием тем, жанров, форм и приемов. При отборе участников решающее значение имели художественная значимость и оригинальность постановок, высокий профессиональный уровень коллективов. Смотрины вновь вернутся в Рязань уже в 2017 году. И верные зрители с нетерпением будут ждать новых участников.